Теперь здесь большая вывеска и на пол нанесены элементы навигации. Как говорится, не промахнешься. Пункт вакцинации в ТРК «Вегас» по-прежнему остается в Ленинском городском округе самым популярным среди тех, кто решил получить прививку от COVID-19. Только на прошлой неделе здесь получили первый этап вакцины почти 80 человек и второй около 100. Случаев, когда врачам приходится отказать посетителям по медицинским показаниям, единичны. Приходят даже некоторые, как бы заболели с какими-то простудными явлениями, просто отметиться. Вот, говорит, должна быть вторая. Мы говорим, надо выздороветь, потом 2 недели пройдет, и приходите на вторую. То есть можно делать ее с небольшим опозданием? Можно. Владимир Воробьев привык следить за здоровьем и поддерживать спортивную форму. Первый раз он посетил этот пункт вакцинации 3 недели назад. После прививки чувствовал себя прекрасно. Сегодня он вновь пришел, чтобы получить вторую порцию вакцины. Я здесь тренируюсь, в спортклуб у меня здесь. Поэтому, чтобы не ходить в поликлинику, удачно все совместить удается. Всего в «Вегасе» с начала кампании по вакцинации получили прививку первой фазы более 2200 человек и второй более 1500. Секрет популярности именно этого пункта прост. Большое количество посетителей торгово-развлекательного центра и возможность вакцинироваться без предварительной записи и очередей. Впрочем, очереди все же случаются. Выходные бывает напряжно, потому что приходит очень много людей, так как у них выходные, а в будние дни, в принципе, все хорошо. Но даже когда происходит ажиотаж, много времени посетители не теряют. На весь процесс, включая внесение в базы данных и осмотр терапевта, уходит не более 10 минут. Всего на сегодняшний день в Ленинском городском округе привито более 17 тысяч человек. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.